Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мифические легенды. Так, получить награды. Опа, 500 монет. Замечательно. Так, у нас тут есть на прокачку бойцы. Ага, на прокачку бойцы. А стоит ли заморачиваться, а? Вот с этим. Я тем более их не использую. Я думаю, что, наверное, не буду я тратить на них монеты. Пойдем-ка мы, наверное... Так, новые жетоны. А сколько у меня жетонов? Ноль. В плане у меня ноль жетонов. Я же вроде как зарабатывал. Ладно, начнем. Поиск игроков. Свободный турнир. Так, меня ставят против лесного. Пятый уровень. Да я думаю, тут заморачивать даже особо не буду. Сразу начну бой. Сразу начну бой. Ага, волна. Слушай, у меня всего один боец остался. Чё он стоит-то, ничего не делает? Пипец. Вот тупорылый. Просто стоял, вообще ничего не делал. Идиот. Просто идиот. У меня других слов нету. Так, пылающие стрелы. Подожди, а с какого припуха? У меня всего 5 бойцов стоит. Вы что, совсем что ли припухли, блин? 5 бойцов, блин. Да. Я-то думаю, что такое-то? 5 бойцов, зашибись. Так, я вот не знаю, кого поставить-то мне лучше. Давай, наверное, этого поставим сюда. Вот сюда вот. И вот этого дяденьку. И еще одного, да? Во. Ну что, поехали в бой смотреть. Зашибись, у меня оказывается 5 бойцов вместо 8 было. Здоровски, да? Нормально так. Совсем, совсем другое дело. На, получи, распишись. Так, общий нанесенный урон 14. Так, ну я пока на черном месте, ага. С первым местом будем сейчас драться. Что взять-то? Ну я, наверное, на морта возьму. 3600 против... Против 6400. Мы же сейчас, по идее, должны его просто в порошок стереть, на самом-то деле. Вообще на изи. Даже эти зомбики не помогли. На тебе. В лицо. Получи, как говорится, по щам. Так, ну что, мы почти на первом месте. Джунгбора. Или Джингбора. Так, зверская подвеска. Укротителя нет у меня укротителей. Снижает получаемый урон, если легенда проигрывает в бою на 5%. Трик защиты, я думаю, ну, блин, ребят, ну мне ничего не дают тут. Придется брать защиту. Ну а что? Ничего другого нету, видишь же сам. В бой. Так, 4000 мощей у нашего оппонента. Смотри, 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 юлит, юлит. Есть. Да елозил. Опа. Так, ну по-моему мы еще никого не выбили, да? Из седла. Нет еще. Так, ну что, нам надо уничтожить Карен. Костяной амулет. Так, что он дает? После того, как чемпионы Некрополя... Они живут еще 3 секунды. А чемпионы Некрополя у меня двое, да? Давай выберем. Даже трое, потому что лучница тоже идет от Некрополя. Ну-ка.
вот эта вот хилищая, конечно, фиговина меня очень сильно напрягает. Смотри, что творит. На. Всыпали. Вот и все, Карен погибает. Карен у нас погибает, а мы... Мы пока не переходим в топ. Так, случайно рыцарь или мечник получает тут здесь защиту в начале боя. Ладно, давай. Погнали. Ну, тут первого уровня. Куда он там со своим первым уровнем-то лезет, я не понимаю, ребят. Все, у меня чувак активировался. Сейчас начнет тут рубашить налево и направо. Фиг ты к нему подойдешь. Но он еще не упал. Он еще не упал, он живет. А мы становимся первыми. Опять Джингбора. Ну, слушай, мы с ним дрались. Так, тихо. Скорость атаки 25. Давай, наверное, выберем доспех. Выберем доспех. Ну и что тут у нас? Ты смотри, лучников, как они меня запинали, а? Быстро. Очень быстро запинали мне моих бойцов. Ну что, еще минус один боец выбывает. Остаются лучшие, да? Так, кого же прокачать? Наверное, Клию выбираем. В бой. Ну что, Эльбичи. Ну, я думаю, что Эльбичи тут тоже быстро отдуплится. Хотя вот эти вот зомби, которых вот вызывает, это, конечно, бесело. Упс, упс, друзья, что-то... Что-то идет не по плану, я тебе скажу. Это хорошо, что у нас нежить еще живет 3 секунды после смерти. Так, Эльбичи готов. Ну что же, остается Рец, крыса. И я. Блин. Все чемпионы получают крит удар. Все чемпионы на 10% больше урона. А тут-то что у нас? Так, получить сундук. Опа-на, Седос, Нефезия, деньги и Гестия. Так, а подожди, а что, Нефезия тоже готова прокачаться? До 8 уровня, да? 450 монет, я, наверное, пока воздержусь. Хотя, подожди-ка, почему я воздержусь? Улучшаю я ее. Я мало того, что я ее улучшаю, я еще, наверное, и возьму с собой. Да. Так, там, подожди, там ежедневный. Ладно, фиг с ним. С ежедневными. В бой. Сможем ли мы здесь выиграть? Вот в чем вопрос-то. Он заколебал меня своей нежитью. Вот этим вот зомбарями. Нормально, нормально, нормально. Мечник пошел крутить. Шикарно. 63. Все, что ли? Все, ребята, мы, по-моему, чемпионами стали. Ох, сейчас сундучков возьмем. Первое место. Ну-ка. Ать, до монеток не дотянул. Там сундук еще крутой стоит. Так, ну что, смотрим. Калах. Ну, это, видимо, маг. Маг леса. Уиллоу.
который тоже готов прокачаться. Это у нас обычная карта. Гренвар. Сундук. Так, три обычных карты. И Некрономус. Так, ну что, ребят, я предлагаю. Кстати, подожди секунду. Лучшая легенда, лучший чемпион, лучший артефакт. Подожди, а где у нас эти-то находятся? Когтиста новинка, это что такое? Подожди, а где у нас турниры-то? Я что-то не понял. Которые мы проходить-то могли. Бои с друзьями уже скоро. Еженедельные. Так, святилище. Так, мы сейчас в данный момент где находимся? Там, вот здесь, да? Нам вот сюда нужно дойти. Какие-то новости. 10-й сезонный ранг режима начался. Ребята, подожди, а жетон, вот жетон это где мы должны набирать? Почему я не вижу? Так, кстати, в тайнике надо глянуть. Совсем чуть-чуть нам не хватает, да? Заполнено. Наборы, магазин. Кстати, в магазине можно. Обычный сундук, не хочу я его брать. Да, так, избранная карта. События. До конца 5 часов 28 минут. Испытание дня, приключения. Испытание дня, можно глянуть? Займите первое место в турнире. Вы получите сундук плюс 100 жетонов. Да ну нафиг, что мне 11 поединков нужно бомбить? Ну давай, здесь я сразу в бой пойду. Я не буду, ребят, здесь акцентировать. У нас по мощам все нормально, так что. Так, одного мы наказали. Вот ты видишь, тут все вообще четенько. Z dead. Скажем это так. Z побежден. Переходим к следующему. Ли-ли-ли. У него должно... Так, подожди-ка. Волшебники и их союзники вокруг становятся... Нет, фигня. Вот это я, наверное, возьму. Так, 5800. Задание выполнено. Поехали в бой. Ну, 5800 у него. Чуть-чуть поменьше, чем у нас. Чуточку. И уровни-то шестые, ё-моё. Ты, конечно, молодец, что то, что ты выпустил это, все четенько, но... Лучница, давай, 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 есть. Замечательно. Жиробасик-то наш вытянул, не стал погибать. Давай следующий. Так, сколько у него там мощей, я не вижу. Хасгарда, да, наверное, возьмем, или кого, или... Нет, к... Клию. Все-таки Клию выберем. 6000, блин. Блин, ребят, 6000. Ха. Я не знаю, что тут получится у нас. Но он же воскресился, ё-моё, вы что, не видите, что он встал, блин? Бегут они там, сломя голову. То есть сейчас будет противник еще мощнее, по... судя по мощам. Трындец, конечно. Так, сколько у него мощей? Не вижу пока. Костяной амулет, торнадо, все чемпионы. Так, 10% здоровья.
Или все-таки костяной амулет? Да я, наверное, костяной амулет выберу. Слушай, нет, как ни странно, у него 5600 мощей. Блин, он с нежитью. Этот сразу у меня упал. Это... Фух. Я уже думал, сейчас сдуемся. Блин, вот эти вот зомби, которые вылазят, они, конечно, противные, ребят. Так, плеер ДБД-7. Амулет. Так, чемпиона леса не хочу. Повышается навыки твоих легенд. Повышается на 50%. Угу. Сколько? 6300 против 6800. То есть на 500 очков всего лишь мы, получается, сильнее, да? И еще творит. Да ну хорош. Я посмотрел, как этот рубил. Такой на переполох всех там. Так, ну что? Сейчас мы будем... Так, естественно, амулет здоровья возьму. Почему именно амулет здоровья, ребят? Ну, 25% КП. Я думаю, что это неплохо. Что такое у него тут? Ух. И лучники сразу начинают бомбить в танка. Нафига вы в танка-то бомбите? Вы легких бы каких-нибудь бойцов стреляли бы. Тут вообще легкотня. Хотя у него 6500 было мощей. Всего на 200 меньше, чем у меня. Так, ну что, ровно половина. Пятая позиция. Ад. Сенчмен получает 10 скорости атаки. Слушай, вот скорость атаки, наверное, я возьму. 6700 против 6800, ребята. Почти на равных. У него, смотри, блин, там чувак, который взрывается, наносит урон с собой. А куда мы это взяли лучники и побежали куда-то? Ну, зашибись. Давай, 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 вон ту еще. На, там, все. Тут лучница стояла, там зомбарик от нее шел. Но мои лучницы издалека, молодцы, красавицы, они справились с поставленной задачей. Четвертое место, ребят. Четвертое, а нам нужно занять первое. Ух ты. Я, наверное, возьму Ксебера. Да иди ты сюда. Ого. 7300, ребята, у него 7 уровня, чувак. О-хо-хо-хо-хо. Вот здесь-то мы, наверное, сфейлимся. Плюс у него торнадо. И зомби у него. Есть, лучницу главное завалили. Все. Слушай, неожиданно для меня, но мы здесь выиграли. Мы здесь выиграли, это очень круто. Так, переходим на третью позицию. Ну. Так, с 50% здоровья возьму, ребят. Это круто, 50% здоровья. Но 7300 против 6900. Игрок Зевс. То есть это наш соотечественник, получается. Ё-моё, у него еще и дракон в плюсе, ребята. Ну хорошо, дракона мы завалили. Ладно, фиг с ним. Ух. А что так быстро расколбасили-то мы их? Слушай, ну все-таки, наверное, 50% здоровья сказывается. Мне кажется. Ребята, а мы на вторую позицию переходим. Угу. Чуешь, да, чем пахнет? Случайный чемпион получает 50 скорости атаки в начале боя.
Да? Случайный? 7500 против 7000. Ребята, последний поединок. Заключительный. Слушай, ну у него там тоже, блин. Блин, и это лучница у меня, да? И ее сейчас уничтожат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, смотри, что происходит. Красавцы вы, красавчики вы мои. Давай, прыгай, оглушай его. Есть. Хе-хе-хе-хе. Слушай, а ты задолбала через каждые там 3 секунды выпускать свою вот эту хилищую волну. Все, ребята, первое место. Давайте мне, пожалуйста, сюда 100 кристаллов и сундук. Давай. Сундук открываем, ребята. Опа, эпик. Это Паштар, это у нас ассасин. Деньги. Артус и Виктус. И 100 кристаллов. Не дали. Так, тут можно взять, да? Ну давай вот это вот возьмем. И рамочку вот такую. Ха, прикольно смотрится. Очень даже прикольно. Так, а где у нас еще? Можно же... Вторжение до начала. А, до начала 5 часов 18 минут. Испытание дня тоже будет скоро, но еще пока нет его. Ну, главное, что 100 же точков мы уже получили. Слушай, у нас тут не набралось еще, не? 99% заполняемость. А, получается, что нам нужно... Деньги. Тищу игроков. Свободный турнир. Десорус. Окей. 6300 против 6000. Так, он сделал в разнобойку, ребята, специально. Ну как же без этих ассасинов, а? Е-е-е. На тебе. Бесевые ассасины, конечно. Но мы справились. Такс. Я на первом месте, да? Так и сохранился. Отлично. Скорость или урон? Наверное, скорость. Нет, урон. Урон все-таки. Так, 6400 против 6000. Но это некромант. Он взял себе крит урон. Так, да выпендрился здесь Паштар. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ну. Давай, родная. Да не отвлекайся ты. Она взяла, отвлеклась на этого зомбаря, блин, вместо того, чтобы добить. Вместо того, чтобы добить лучницу, она взяла на этого, отвлеклась. Вот так вот. Ну что, цидру выберем? Что тут? Да, обдевался, конечно. Лучница подвела. Оу. Три ассасина, серьезно? Блин, надо что-то с этими ассасинами делать. Они уже напрягают капитально. Так, с ББВА мы столкнемся сейчас. Ходячие мертвецы. Берем. Пускай тоже мозг выносит эти мертвецы, кстати. Сколько у него? 7000, да, мощей? Они же сзади там появляются, насколько я помню. А, у него тоже здесь. Ну, раздражает, серьезно тебе говорю. Вот эта вот вся фигня его. Ну, есть. Успели. Две лучницы. Это хорошо, что
Или все-таки были у него ассасины? Я что-то не увидел. Ну, главное, победили. Главное, что мы здесь победили. Азура Гейм. Так, когда случайный чмен умирает, он взрывается, наносит 50% урона. Бесполезный какой-то вот этот вот, на самом деле, это фигня полная. Взрывается, ну вот этот вот, если он взорвется. А если его лучники издалека подобьют, то, естественно, никакого урона он не получит. Что тут происходит-то? А где все... Не понял. А где мои все лучники? Их так быстро перебили. Зашибись. Обычно у меня лучники в последнюю очередь погибают, а здесь их сразу уничтожили. Золотой доспех возьму. А, блин. Это ББВА, это же, по-моему, я с ним уже дрался, да? Ну, ребята, ну смотрите, у него 7-го уровня. Прокачаны чувачки. 7-го уровня. Плюс, я смотрю, у него там ассасин есть 6-го уровня. Так вот я, наверное, поставлю. Ассасин прыгнет, естественно, у меня там будет мой толстячок стоять на изготовке. Ну вот эти вот зомби, блин, ну... Да мы уже где-то это видели, блин. И встает, смотри. Тупорылый тугодум, а. Просто тупорылый тугодум. Он просто стоит и ничего сделать не может. Дебила кусок. Я в шоке, просто, ребята, в шоке. Ну ты видел сейчас прекрасно, блин. Стоял как тупорылый. Но это его торнадо, да? Это вражеская. Так, ну, судя по... Сейчас мы, по-моему, сфейлимся, друзья. Что-то все идет именно к этому. Пипец. Мы, по-моему, сейчас отдуплимся. Я тебе скажу. Клею я возьму. Чего тут еще думать о чем-то? Уж не знаю, что из этого получится, ребята. Лучников взял вот сюда, поближе поставил. Блин, этот постарше сюда прыгнет. Нет, не сюда он прыгнул. Бесявая торнадо, это который замедляет, блин. Две лучницы только выжили, ребят. У меня, прикинь. Но это было 6600 мощей у него, поэтому мы и выиграли здесь. Опа. Дракон. Получить награды. Сундук. Монеты. Так, Нефизия и Гринвальд. Ну что, ребята, поехали, попробуем. Не знаю, получится ли у нас тут с драконом. Слушай, а он какой-то... Мы, наверное, с этим еще не дрались. Мага, валите мага. Есть. Вот смотри, вот что вот чего тут тупит-то? Я никак не могу понять. Вот он стоит и тупит. Как будто оглушенный. Я не знаю, что с ним происходит. Так, я на второе место перебрался. Драконит. Все чемпионы.
Да, мне надо вот это, наверное, прокачивать. 6800 против 7400. А у него на хпшке, ребята, прокачка идет на хп. Да, да валите этого ассасина ты, ну. Ты посмотри, что поливает. Блин, не вытянул. Все, по-моему, я проигрываю, ребят. Упал. Поражение. Выбыл я. Третье место. Так, 20 этих получаем. До сундукчика хватило. 270 монет. Так, Рюфель. Опять Гринвальд. О, сундук какой. Деньги. Так, Нефезия, Гринвар, Нера и Гринвальд. Слушай, они запарили меня своим Гринвальдом. Они так и хотят, чтобы я его прокачал, да? Есть. 5000. А что 5000? Что нам дает 5000? Ежедневку, по-моему, или что там? Готов. А, мы получаем... Понял, мы получаем больше денег. Ну что, нам нужно 500, ребята, и мы перейдем вот сюда. Я не знаю, что это такое. Ранговый турнир заблокировал. А, ранговый турнир. Ого. Так, а нам нужно... Ё-моё. Но здесь еще, конечно, 41 победу нужно сделать. Или 41 жетон. Это, я думаю, мы за серии 2-3 еще сделаем. Вот. Ну что, ребята, а на этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.